Аптечка. О, такую аптечку. Курчата, коценят, коченята, гусята, индычата. А знаете, зачем мы взяли? А вот только вот 7 минут как привезли вот таких нам цыпляточек. Бройлеры, бройлеры. Все, теперь попривод. Сейчас мы им водички сделаем. Вот такой у нас ящик, тут лампочка. Сейчас мы им пшенца подсыпем. Ниже опусти цыпленка каждого. Лампочку только не снимай. Да. Во, во. Хорош, хорош, хорош. Ну вот так же туда, сюда. Да. Так, а ну-ка, подержи вот так вот на эту сторону, зайди. А я им сейчас пшенца чуть-чуть посыплю. Типа-т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 ипочки. Ципули-ципули-ципулечки. В кормушке еще рано. Сейчас. Эти. Сейчас. Сейчас мы их покормим, а потом отварили вот яиц девочки наши, Люсенька и Анечка. Мы им меленько нарежем, и будут у нас они тут-тут-фу расти. Пропоим вот этим, вот этой аптечкой. Тут вот парамицин, пероральный рощин, ампроливин порошок, аскорбиновая кислота, диковид. Ну, в общем, все тут предусмотрено. Так что такие дела. Ребята, дай бог нам, чтобы они выросли, потому что вот так вот. Понимаете? Девчата будут ухаживать, наши вот девчонки. Такие дела. Ну ладно, пока-пока. Пока-пока. Ну вот, с цыплятами разобрались, теперь свои ж у нас тут инкубатор. Видите, что творится. Поэтому теперь инкубатор. Инкубатор. Надо закладывать. Будет яйца. Так. Так, сынок. Как мы с тобой сделаем? Или пусть эти так тут и будут. А вот эти... вот эти положим, да? Ну так. Ага. Так, ну ладно, сейчас будешь подавать. Ага. Ну вот, вот это и яйца у нас от ливенских ситцевых. И вот это ж у нас лежат. Вот тут термометр. Ага, 37. Все нормально. Так. Все, ребята, некогда, извините, заклопотанный, пока.